Ежегодно ко Всемирному дню борьбы с гепатитом в Одессе прошла акция «Проверка». Временный диагностический центр организовали возле центрального входа на железнодорожный вокзал. Каждый желающий одессит или гость города мог провериться на наличие в своей крови вируса гепатита разных видов, а также других инфекций. Как отмечают медики, проблема нашего общества в том, что большинство инфицированных людей даже не подозревают о своем статусе, что значительно усложняет лечение. Сьогодні ми будемо робити безкоштовне тестування не лише на гепатит С та Б, а і на ВІЛ та сифіліс. Це можливість для кожного з мешканців Одеси дізнатися про свій статус. Особливість хвороби гепатит С полягає в тому, що більшість українців та одеситів, які хворіють на гепатит С, вони не знають про свій статус. Статистичні дані по Одеській області – це десь приблизно 200 осіб на 100 тисяч. Гепатит – это вирусное заболевание печени воспалительного характера. Гепатиты Б и С являются одними из самых распространенных причин цирроза и рака печени. Врачи предупреждают, чем быстрее обнаружить заболевание, тем легче и эффективнее будет лечение. Кроме того, специалисты напоминают, раз в год бесплатно сдать анализы на вирусные заболевания может каждый человек, у которого заключена декларация с семейным врачом. Тут вопрос жизни и смерти. Если узнать, то можно сразу же начать лечение, которое бесплатное. Если мы говорим про гепатит Б, то от него лечения нет, но есть препараты, которые подавляют вирус, но при этом можно сделать 3 вакцины и не инфицироваться гепатитом Б. Сегодня вакцинацию начинают первую делать деткам уже в роддоме. Если кто-то не успел сделать, ну дальше по календарю. Взрослые, которые не успели сделать вакцинацию, они могут за деньги купить, сделать 3 вакцины и не инфицироваться гепатитом Б. Тату, пирсинг, маникюр могут стать причиной заражения человека. Именно поэтому врачи рекомендуют раз в полгода проходить обследование. Самое главное – не бояться диагноза. Раз в 3 месяца. Я считаю, что долг каждого гражданина пройти этот тест. Абсолютно ничего не значит это для людей, потому что это все анонимно. Просто для себя, как для личности, вы будете знать, что вы здоров и никаких абсолютно распространений этой инфекции вы не будете являться.